На сайте госзакупок появился аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения Оренбурга. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города готов выделить 19 миллионов рублей. Весь объем работы разделили на три этапа. Например, исполнителю предстоит оценить сеть дорог, парковки, состав автопарка, жителей областного центра, а также проанализировать показатели качества содержания проезжих частей и составить перспективу развития дорог на территории. Подготовить результаты необходимо будет до 1 августа 2024 года. Заявки на аукцион принимаются до 8 декабря. Отметим, что мэрия Оренбурга уже не в первый раз публикует подобный аукцион. Предыдущую закупку отменили. Замглавы по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Виталий Чешков рассказал тогда, что произошло это из-за поступивших поправок.